Краевая программа переселения граждан из аварийного жилья в Красноярске завершена на 2 года раньше срока. По плану 3000 человек, проживающие в 117 бараках, должны были переехать в новые высотки до 2017 года. Однако построить 8 многоэтажек удалось раньше всего на 3 года. За 3 года. На эти цели было потрачено около 2 миллиардов рублей из федерального, краевого, городского бюджетов. Снос аварийного жилья будет продолжен. В настоящее время действует несколько муниципальных программ, в том числе и программа застроенных территорий. По ней за счет инвесторов будут улучшены жилищные условия для 300 семей. Также определен список из более чем 200 домов, жильцы которых будут переселены. Эта цифра постоянно корректируется. Жители ветхих зданий могут сами обращаться с просьбой о признании их дома непригодным для проживания. Но пока речь идет только о старых двухэтажках. Расселять людей из хрущевок будут в исключительных случаях. Тем не менее, за успешное завершение региональной программы Красноярск получит дополнительные средства из федерального бюджета. Под руководством губернатора Красноярского края осуществляется подготовка необходимого пакета документов для получения дополнительного финансирования на край в целях переселения граждан. То есть общая сумма дополнительного финансирования – это около 1 миллиард рублей. Практически вся сумма из этого миллиарда попадет на город Красноярск.